Бой простуде и вирусам. В Караганде стартовала массовая вакцинация от гриппа. Сделать прививку от опасного вируса жители шахтерской столицы могут в своей районной поликлинике до 15 ноября. По словам специалистов Госсанэпиднадзора, регион получил в свое распоряжение более 65 тысяч вакцин. Это меньше, чем в прошлом году. На приобретение вакцины из местного бюджета было выделено почти 45 миллионов тенге. В этом эпидемическом сезоне, как и в прошлом, прививать от гриппа будут вакцины французского производства «Ваксигрипп». Хотелось бы отметить, что одновременно с организацией бесплатной вакцинации в области для иммунизации населения на платной основе развернуты прививочные кабинеты на базе 23 поликлиник городов. Это Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтин, Сапаев, Жезгазган, Приозерск. И кроме того, будут развернуты на предприятиях на средства работодателя 27 прививочных кабинетов. По мнению медиков, эти вакцины практически не имеют противопоказаний. Людям, находящимся в группе риска, школьникам, врачам, учителям и пенсионерам, прививки будут сделаны бесплатно. На сегодня уже привито около 3000 человек. В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать людных мест, избегать переохлаждения организма перед выходом на улицу, обрабатывать нос оксалиновой мазью, чаще проветривать помещение. Грипп легче предупредить, чем лечить его и его осложнения. Специалисты призывают руководителей предприятий и организаций проводить вакцинацию своих сотрудников за счет собственных средств. Опыт показывает, что в коллективе привитых заболеваемость гриппом снижается в 10 раз. We'll be right back.